Ну что ж, ребят, всем привет, добро пожаловать и давайте начнем. Надеюсь, у вас там все хорошо, видно и слышно нормально. Если будут проблемы, пишите в чате. Привет ребятам, кто смотрит на ютубе. И давайте приступим. На предыдущем стриме мы прошли 14 главу. Все закончилось взрывом и непонятно, что с нашими героями. И сегодня мы узнаем, как все будет развиваться дальше. Сегодня нас ждет 15-я последняя глава. Так что... вперед! Приятного просмотра! Если будут проблемы, пишите в чате. И давайте за сегодняшний стрим постараемся пройти ее полностью. Вперед! Глава 15. Конец восхождения. Несколько дней спустя. За день до выборов. Жители Джинчо, здравствуйте! Завтра день голосования. И Куме Сота пришел с просьбой последний раз. Демократическая либеральная партия выдвинула кандидата Куме Сота. На протяжении многих лет, будучи главой Блич Джапан в Йокохама, он подвергал сомнения серые зоны. Когда-то над ним многие смеялись, что наивный идеалист. Однако сейчас Куме Сота является наиболее доверенной фигурой губернатора Аоки. И это происходит не только в Канагава. Куме Сота. Его поддерживает, что губернатор Аоки, что его товарищи из Блич Джапан по всей стране. Демократическая либеральная партия серьезно намерена никогда не позволять серым зонам существовать в любой области Японии. Куме Сота, Яоки Рё, собирается создать новую Японию. Пожалуйста, поддержите этих смелых героев своими голосами. Блич Джапан сделает Японию снова красивой. Ну же, дамы и господа, слушайте внимательно. 2 года назад многие думали, что эти проклятые улицы невозможно очистить. В то время многие думали, что новый участок, что был построен в Камурочо, был просто для украшения. Однако, что сейчас мы имеем? От бывшего жестокого клана Тоджо не осталось ни следа. Камурочо возродился и стал районом, где царит полная справедливость. Это не то, чего любой может добиться так легко. Демократическая либеральная партия в настоящее время постепенно меняется под лозунгом «Блич Джапан» и под руководством генерального секретаря Аоки. Сейчас, губернатор, вы должны выйти на крышу машины для 3-минутной предвыборной речи. А потом покидаем Синдзюку, и дальше губернатор отправляется в... В чем дело? Прошу прощения, вместо того, чтобы звать вас губернатором, наверное, мне стоит лучше называть вас генеральным секретарем? Вот как. Тебя беспокоит, как звать меня? Тогда... называй меня и дальше, губернатор. Так привычнее и короче. Извини, что заставил тебя беспокоиться. Нет, я этого не заслуживаю. А много людей с телевидения? Конечно. СМИ с разных ТВ-станций ждут речи губернатора с полудня. Сука. Вот как. Почему-то у меня такое чувство, будто все это сон.
В прошлом меня окружали много политиков, что были такими сильными, как Юкаи, и отчаянно пытались получить власть. По этой причине нужно было пойти им на хитрость. Да ну, губернатору этого не может быть. Нет, это правда. Губернатор? Это правда. Ну, немножечко, конечно. Лишь немного. Но, тем не менее, правда. Но у меня была цель, что отличалась от цели тех, кто только говорил о идеальной справедливости. Моя цель — быть тем, кто действительно сможет это воплотить. И сейчас я... И сейчас у вас есть эта власть, и вы можете добиться этой справедливости. Сенсей. Все такие. Наверное, нет человека в мире, кому не пришлось пойти на хитрость. Если у вас есть идеал, и вы хотите его достичь, иногда бывают жертвы. Это также доказано нашими предками. Ты? Простите, я сказала лишнего. Все в порядке. Спасибо. Я постараюсь. Ладно, почти настало время для моей речи. Да. Пожалуйста, объясните людям справедливость, которую вы преследуете, губернатор. Да? Так и поступлю. Ну что ж, простите за ожидание, и позвольте мне представить вам. Как вы все знаете, Аоки-сенсей является нынешним губернатором Токио, но сейчас готовится стать полноценным генеральным секретарем Демократической либеральной партии как преемника Огикубо-сенсея. В данный момент он очень занят из-за завтрашних выборов, но нашел время прийти сюда, в Камурочо, так что поприветствуйте его. Дамы и господа, я человек, которого только что представили, Аоки Рё. Большое вам спасибо. Большое спасибо за вашу горячую поддержку, дамы и господа. Жители Камурочо, извините, что прерываю так внезапно. Я второй кандидат на посту мэра в префектуре Канагава, Касуга Ичибан. Было много слухов, что я исчез из Идзинчо или умер от взрыва. Однако, вот я здесь, дабы поприветствовать Аоки-сенсея. Итак, дамы и господа, Касуга Ичибан все еще жив и здоров. Ребята сзади, вы хорошо меня видите? Нет, я не призрак. Делайте столько фотографий и видео, сколько захотите. Я настоящий, единственный Касуга Ичибан. От взрыва Идзинчо, благодаря своей настойчивости и удаче, я выжил и вернулся к вам, ребята. Хоть мы и враги на выборах, но я очень уважаю Аоки-сенсея. Сегодня я пришел сюда, из префектуры Канагава, потому что я хотел пожать руку уважаемому Аоки-сенсею. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, позвольте мне одолжить у вас Аоки-сенсея на немного. No.
О чем ты только думаешь? Слезай! Ладно, все в порядке. Это вы приказали капитану Савоширу убить босса. Мне нужно притворяться, что вы ничего не знаете. Капитан мне все сам рассказал. И вообще, есть голосовая запись вашего приказа по убийству босса. Капитан сказал, что она в офисе семьи Аракава, в башне Тысячелетия. И завтра я собираюсь пойти туда и взять ее, пока не закончится голосование. И выложу ее в интернете. И отправлю в полицию и в СМИ. Вы серьезно влипли, молодой господин. Если бы она действительно существовала бы, ты бы не пришел сюда и не рассказал бы мне об этом. Что ты задумал? Ну, если вы так думаете, пусть будет так. Босс беспокоился о молодом господине до самого конца. И капитан Савоширо тоже. Но также из-за этого вы совершили большую ошибку. Ты думаешь, что можешь делать все, что хочешь, и быть прощенным. Но это была большая ошибка. Эти выборы действительно имеют много сюрпризов. Кто знает, что может случиться дальше. Кандидат Касу Гакун сделал мне прекрасное объявление войны. Но это объявление немного несправедливо, просто... Здоров, Ник. Ну как по телевидению я выгляжу? Потрясающе, верно? В интернете тоже большие волнения из-за тебя, Ичибан. Но, к сожалению, тебя мало кто поддерживает. Так и думал. Я всегда плохой парень, когда рядом с молодым господином. Так что мне все равно. У тебя хорошее настроение, вижу. Да. Потому что реакция Аокирё именно такая была, как мы и ожидали по нашему плану. Окей. Просто ты сменил место сейчас, и тебе понадобится убежище в Камурочу, верно? Иди в бар на улице Чемпионов, Атенши называется. Я очень хорошо знаком с барменшей, что управляет тем местом. Атенши? Понял. Тогда мы пойдем туда. Однако, с Нико Гата нам действительно повезло. Несмотря на то, что он кажется очень подозрительным. Но сейчас мы не имеем той роскоши, чтобы придираться. Того дня, когда случился взрыв, он нас укрывал все эти дни, так что мы ему должны быть благодарны. Ладно, как бы то ни было, пошли. До того, как лапы Аокирё не дотянулись до этого места. До нас. Окей. Что тут у нас? О, доктор Суджимон нам пишет. Ага. Подземный лабиринт, собственно, Камурочо доступен. И он предлагает нам пойти туда, если мы хотим... Отточить свои навыки, используя люк, чтобы спуститься в канализацию. Там сильные враги и так далее. Непонятно. Подземный данж в Камурочу, типа. Так, это что у нас? Ага, ну, собственно, тоже туториал насчет того, что открылся...
подземные лабиринты Камуроча. Там сильные враги. Нужно точить навыки и какие-нибудь плюшки получить. Короче, место для фарма, если понадобится. Открылось. Отлично. Ну, а мы пойдем по сюжету на данный момент. Думаю, 53 левел. Ну, я думаю, мы справимся. Можно идти на финального босса. Гопники. Так. Я вижу, что у них есть какой-то план, и они его придерживаются. И этот спектакль тоже был частью плана. Интересно. Что же они задумали? В смысле, салат Кумы? Кумы нет. Кумы здесь нету. Где-то его видел. Сейчас. Мы видели его ранее, но это было в Канагава. Так, это не промыли мозги. Отлично. Привет, Бог. Да, 18 минут пропустил начало. Не-не, Салат, тот человек не был Кумы. Ну блин, его рожа как бы немного другая. Это был какой-то помощник мне. Ну, в смысле, помощник Аокеря. Что там речь толкал? Молодец! Убил своего. Хорош. Так. Эх. Старый дом, который разрушен. Так, а вот и наше заведение. Так, это здесь Атенши. Ник тоже должен быть тут, по идее. Он здесь, Ник. Это твой друг, да? Здорово, Ичибан. Здорово, спасибо за все. Действительно так сильно хотел пожать руку Аоки? Это Ичибан твой план, что ли? Я не хотел пожимать ему руку. Однако это первый этап моего плана, и он удался. Молодой господин попался на крючок после того, как услышал мои слова. Даже если Аоки попался на крючок, но как обернется этот план, вот в чем вопрос. А какой план вообще? Расскажите. Аоки приказал Сувоширо ранее убить Аракаву Масоми. И мы сказали Аоки о том, что голосовая запись, как он отдает этот приказ, находится в офисе семьи Аракава Башни Тысячелетия. Что? Такие данные действительно существуют? Да нет. Что? Это блеф. Просто ложь. Услышав которую, он не сможет просто ее проигнорировать. Если запись о его приказе убить босса, они и узнают, его политическая жизнь и обычная жизнь будет уничтожена. Так что сейчас молодой господин будет тщательно обыскивать кабинет капитана. Не только кабинет Сувоширо, но обыщет весь офис семьи Аракавы. И еще я сказал молодому господину, что до того, как голосование закончится завтра, мы найдем и обнародуем эту запись. Это означает, что Аоки постарается найти эту запись до того, как это случится. И много его людей будут обыскивать офис семьи Аракава, башни Тысячелетия. А также там будут очень много людей из Оми, само собой.
А что потом? Даже если они будут искать всю ночь, не найдут эту запись никогда. Однако, они не остановятся, пока не обыщут все. И в то же время, без сомнений, появится и он. Тендо? Да. Тот, кто убил босса. Тот самый Тендо. А также ублюдок, что пытался взорвать нас. Если бы Адачи-сан не заметил бы и бомбу, мы бы все были бы мертвы. Касуга, здесь опасно. А? Все, валим отсюда. Определенно, мы заставим Тендо заплатить за то, что он сделал с нами. Но что ты собираешься делать с Аоки? Перед Аоки мы должны сначала разобраться с Тендо. У него гора счетов, за которые он должен заплатить. Он действительно появится так, как мы планируем там. Сейчас он глава Токийского альянса Оми. И чтобы найти эту запись, он будет возглавлять поиски этой записи. И завтра он обязательно появится сам в этой башне. Что ж, ну план вполне сойдет, так что прямо сейчас у нас нет выбора, кроме как следовать плану Касуги. Да ну, я никогда бы не подумал, что Касуга сможет придумать такой хороший план. Я ж одиноким себя чувствую из-за этого, что ты лучше меня. Верно. Ну а Оки и Тендо вряд ли будут ждать до завтра. Я бы сначала отправил бы кого-нибудь, чтобы избавиться от вас. На его месте. Для вас весь Камурочу стал врагом сейчас. Сделав шаг отсюда, вы сразу найдете с кем поиграть, так сказать. Ну, это отлично. Я уже какое-то время прячусь. Так что пришло время заявить о себе. Чего? Вы хотите сказать, чтобы я обыскал каждый уголок в офисе семьи Аракава? Верно. Да, но это ваша ответственность, верно? Верно, Тендо. Ты что, не понял приказа? Или мне нужно объяснить его более детально? Простите, я не привык работать с вами так, как с Эвайширо. Однако, этот Касуга все еще жив, значит. Что ж, я обыщу это место, как вы и приказали. Однако, позвольте мне потом отрезать голову Касуги. Вы ведь не против этого, верно? Ну, вы ничего не говорите сейчас, чтобы разговор снова не записали, и он не был бы использован против вас? Ну, вы дотошный. Я скажу еще одну вещь тебе. Если со мной что-то случится, Токийский альянс Оми в мгновение ока потеряет свою поддержку. Положение, что ты так старался заполучить, будет уничтожено. Как стекло. Но мое положение отличается от твоего. Я могу просто заменить тебя кем угодно. Ты и я не равны, Тендо. Я все понимаю. Токийский альянс Оми был создан несколько дней назад. Я не смогу завоевать ваше доверие, показывая лишь свою силу. Прежде всего, твоя работа — защитить меня. И это будет для твоего же блага. Всегда имей это в виду и старайся думать, что делать дальше. Своей головой. До тех пор, пока ты не забудешь этот приказ, я буду полагаться на тебя. Это то, чего я тоже желаю, однако, Аоки-сенсей, что? Когда-нибудь я займу такую должность, что заменить меня нельзя будет, и вам придется положиться на меня.
Да, это Тенду давно бы завалил. Аоки, если бы мог. Как бы то ни было, Камурочо действительно прямо сверкает. Неудивительно, что его называют городом, который никогда не спит. Мало того, что тут незнакомые улицы, так и враги повсюду. Как мы вообще выживем до завтра? Ой, да не беспокойтесь. Я тут одного своего товарища-детектива попросил подготовить нам безопасное место. Правда? Адачи-сан. Найсу. Так, и где это место? Ну, это заведение, что называется New Serena. На улице Тенкачи. Так что вперед туда. Так, New Serena. Ну, вперед. Новая сирена. Знакомое название. И знакомое место. Ну да, да, то самое место. Ну, по сути, оно всегда служило в каком-то смысле базой в предыдущих частях. И тут нам тоже дадут ей воспользоваться разочек. Так. Слушайте, а есть какой-нибудь магазин оружия? Так, я вижу ломбард и оружие. Ладно, потом. Когда будем идти к башне. Салар, нет, не надел. Просто мне так везет, видно, сегодня. Сейчас я проверю, конечно. Но учитывая, что до этого у нас была стычка. Нет. Сайды только ведь ничего. Да, как я вижу, Камурочо пуст. Как бы тут вот, собственно, подземный данж, который нам говорили. И все. А, вон гопники, кстати. Они ждут меня как раз возле входа в новую сирену. Отлично. Якудза. Я там не только якудз вижу. Ну, ладно. Отлично. Блин, не дай бог. Живучий. Но ненадолго. Так, мы не будем... Не вей, не знаю. Я думаю, что мы, наверное, и так справимся с нынешним уровнем. Плюс, если нам придется идти в башню тысячелетия, там, скорее всего, будет кусок данжа, где придется взбираться вверх. Ну, я надеюсь, как минимум, на это. Да, мы дома, ребят. Здорово, Макотян. Давно не виделись. Вижу, ты постарел. Взаимно, Адачи-сан. Давно не виделись.
Этот человек один из немногих коллег-детективов, которым я могу доверять. Да, Тамакото. Ты Касуга Ичибан? Наслышан о тебе. Ты действительно чем-то похож на него? На него? Один из моих лучших друзей. Ладно, забудь, что важнее. Сейчас ты мишень. Здесь безопасно. И сейчас поздно, так что можете тут отдохнуть. Правда можно? Ну, в конце концов, Адачи сэмпай попросил. Хоть я не знаю всех подробностей, тебе предстоит важная битва завтра, верно? Так что располагайся. Большое спасибо. Ну что ж, до свидания. Спасибо, Мамакотян. Извини, что втянули тебя в это. Да что ты говоришь? Я привык к такой работе. Удачи, Касуга Ичибан. Да? Доброе утро, Ичибан. Я видела по телевидению, что голосование уже началось. В Канагаве, кажется, кто-то проголосовал за тебя, не так ли? Да, некоторые люди голосовали просто по приколу, походу. Верно. Эй, Ичибан. Мы можем пойти в любой момент. Башня тысячелетия в Камурочо ждет. Однако, вступив туда... Это будет то же самое, что начать войну с Аокирё и Альянсом Оми. Да. Как только мы войдем туда, пути назад не будет. Так что не оставляй ненаделанных дел, Ичибан. Я понял. Это у нас предупреждение. То, что там точка невозврата. Так. Ну, как минимум, мы сначала давайте пойдем по магазинам оружия. Так, тут Телемар. А, стоп, тут экипировка продается. Там магазин одежды. А тут у нас ломбард. И как бы все. Остальные просто обычные магазины. Так, ну что ж, вперед тогда затаримся всем, что нужно. Расходники, посмотрим оружие, все дела. И вперед. Да, Салар, нужно, нужно, все нужно. Много чего нужно. Так. Хоть они сотен восстанавливают эти сэндвичи, пусть будут. Лишними не бывают. Так, ну это фигня, 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 фигня. О. Нет, бухло лучше. Ну, в целом, тут все. Но все-таки в разных магазинах разные вещи. Так что... Кстати, нужно из этих автоматов брать тоже бутылки. Так, тут не полный комплект. Дойди, мужик. Нет, тут ничего интересного. Да отойди, мужик, нужно собрать лут. Эх, Камурочо старый добрый. Кстати, вижу, в караоке мы можем зайти, да? Ну, слушайте, можно и тут спеть. Отлично. Ну, куда ж без стычки с гопарями. Так, ну как тут постгейм реализован, думаю, так же, как и в других якудзах. Наверное. Посмотрим. В любом случае, я перед тем, как зайти в башню, сделаю сейв на всякий случай еще. К
Кстати, да, у нас есть призыв в лице Кирю. Мы можем смотреть на это дело. Но давайте не сейчас. Не будем тратить. Разбил мы подсыпал. Вот ты ж падла. Лежать. Караоке хорошо. Ну да, караоке это всегда хорошо. Опа, хорош. Только нам этот баф особо сейчас не нужен. Так, поджигай. Да, опыт, конечно, тут с этих гопников ни о чем. О, пистолет. Так, здрасте. Давайте посмотрим, что тут у нас. Да. Крана. По себе. Гранатомет у нас есть. Бомбочки. О, музыка для коллекции. Ну да, слушайте, это как-то с оружием все печально. Походу, для более мощного оружия нужно фармить в подземном данже. В лабиринте. В канализациях. Блин, учитывая, что вот здесь, куда мы направляемся, магазин одежды, там вряд ли будет. Оружие, к сожалению. Ирашаймасе. Слушайте, они и оружие продают. Ой, господи. Ребят, вы видите эти цены? Я понимаю, что это элитный магазин, но... А, кстати. Понятно. По сути, тут топовое оружие, которое мы выбивали на арене Сутенбори, как я вижу. Да, его можно купить. Только отдачи ничего не выпало в результате. Так, не, ну окей, тут ладно, тут нормально. Тут еще нормально все. Так, можно сравнить лучше по статам. Так. Кстати, вот этот костюм снижает вероятность того, что на нас наложат, да, накладут дебафы. Хорошая вещь. Так, навык упадет, защита. Блин. Хоть и принцип. Ладно, вот это можно взять для краски. Так. Сатян. Сатян тоже можно взять. Так, и для чего? Да.
Нужно было пойти пофармить немного бабла, наверное. Хотя мы можем еще это сделать. Так, что у нас тут? Ноп. А, такое себе. Не, ну отдачи я бы... Нет, это того не стоит. Слишком дорого. Слишком дорого, оно того не стоит. Я лучше сохраню эти деньги для призывов. Нет, для Саитян, к сожалению, для класса старшей сестры нету оружия в списке. Так что да, походу DLC классом нельзя покупать и менять оружие. Сейчас посмотрю еще раз. Вот есть для других женских классов, но для класса старшей сестры... А, оказалось. Нету, к сожалению. Фиг знает, сколько стоит Кирю. Что-то мне кажется, что Кирю будет дорогим. Хотя он может быть, как и остальные легендарные якудзы. Может, на лямчик больше. Посмотрим. Так, ну, в любом случае, на этом все. Мы, конечно, можем пойти пофармить в канализациях, но тогда мы... у нас стрим затянется. А в этих канализациях там часов на 3 пойдем. Вообще не вариант. いらっしゃいませ。出るよ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。Ну что ж, тут мы сделаем небольшой перерыв, и продолжение следует.